вами проводим пресс-конференцию. В начале этой пресс-конференции мне бы хотелось все-таки определиться с дальнейшим форматом нашего взаимодействия. Вот за те полгода, пока я здесь работаю, мы уже разные формы использовали, то есть часть корреспондентов выезжали со мной вместе на личные приемы, часть корреспондентов выезжали с нами на проверки и так далее. Вот сегодня мы новый формат какой-то используем, да, это у нас пресс-конференция. Пока как она будет проходить, конечно, не совсем до конца мне понятно, но я все-таки бы хотел, чтобы предложения поступали от вас. Мы открытая для общества структура, мы готовы работать в этом направлении, то есть любые форматы общения, если они у нас будут, скажем, не запрещены видами нашей деятельности, то есть мы готовы их поддерживать. Пожалуйста, поэтому давайте обсудим. То есть выезды на проверки, я думаю, это интересная форма, и выезды на личные приемы, она интересная форма, мы можем делать таким образом. У нас в прошлый год составлялся уже график на целый месяц, и мы этот график рассылали тем, с кем мы взаимодействовали. Мы можем оставить эту же форму, единственное, что у нас возможно сократится чуть количество выездов. Почему? Потому что немножко другие приоритеты у нас на 2019 год выставлены. Во-вторых, мы проводим постоянно какие-то проверки. У нас есть план наших проверок. Мы готовы тоже, чтобы вы принимали участие в наших проверках. В некоторых проверках мы вообще заинтересованы в том, чтобы было ваше присутствие. Вот, например, в таких, как выявление места размещения отходов и так далее и тому подобное. Здесь как бы даже вопрос не обсуждаемый. Пожалуйста, тоже, если мы собрались, я Татьяне сказал, Татьяна с вами связалась, желающие, пожалуйста, будем объединяться. Ну и вот эта форма взаимодействия как пресс-конференции, мы тоже готовы на любой формат. То есть если вас устраивает раз в год или раз в полгода, нет вопросов. Единственное, что хотелось бы перенести ее куда-то, наверное, из моего кабинета. Если вам надо будет ежеквартальную, почему? Потому что, чтобы информация уже не устаревала, то вот о некоторых моментах мы сейчас будем говорить, которые произошли в начале 2018 года, они, наверное, не так будут интересны для жителей города Тобольска и Тобольского района, то мы можем проводить ежеквартальную. Единственное, что нам надо всегда будет, то есть согласовали время, подготовились чуть-чуть и провели ее. Ну и любые другие формы. Если у вас будут какие-то предложения, мы для этого, еще раз повторюсь, открыты, готовы к взаимодействию. От граждан и обеспечению интересов государства. Не зацикливаясь на цифрах, все же бы хотелось привести ряд статистических показателей, отражающих различные виды надзора. В рамках осуществления надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина Тобольской межрайонной прокуратуры в 2018 году выявлено 2902 нарушения. Это почти на 400 нарушений больше, чем в 2017 году. По результатам проведенных проверок внесено 440 представлений об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которых 562 должностных лица привлечено к дисциплинарной ответственности. Принесено 301 протест, объявлено 168 предостережений о недопустимости нарушений закона по постановлению прокурора, привлечено 213 лиц к административной ответственности. В суд направлено 462 иска на сумму более 32 миллионов рублей. В 2018 году нами были направлены материалы в рамках пункта 2 части 2 статьи 37 УПК РФ, по результатам рассмотрения которых возбуждено 11 уголовных дел. Если рассматривать выявленные нарушения по направлениям деятельности, то следует отметить, что более 2000 нарушений было выявлено в сфере соблюдения прав и свобод человека и гражданина. Из них 520 о трудовых правах, в частности 421 об оплате труда. В данной сфере нами направлено 8 материалов для принятия решения о возбуждении уголовного дела. В сфере жилищных прав выявлено 149 нарушений. Также 209 нарушений выявлено в сфере обеспечения безопасности граждан в местах массового пребывания. Ни одно из выше выявленных нарушений не осталось без реакции надзорного ведомства. Отдельного разговора требует осуществляемая прокуратурой надзорная деятельность в области охраны окружающей среды и природопользования. Всего на данном направлении за 2018 год выявлено 110 нарушений закона, по которым внесено 17 представлений, предостережено 21 лицо в недопустимости нарушений закона. Как вы, наверное, видите, с начала 2019 года данная деятельность у нас усилилась. Наибольшее количество нарушений выявляется в сфере отхода производства и потребления. Работа прокуратуры в данном направлении носит упреждающий характер. Мы работаем в тесном взаимодействии со СМИ, то есть везде на все проверки, куда мы выезжали, мы всегда приглашали вас, с администрацией города и района, думами городской и районной.
общественной палатой и, естественно, с неравнодушными гражданами. Проблемы на данном направлении у нас серьезные. Зачастую они упираются в недостаточность бюджетного финансирования, застарелые, не отвечающие современным требованиям организационные подходы, ну и, конечно же, отношение к данной проблеме каждого жителя города и района. Несанкционированные свалки создаются конкретными людьми. К сожалению, это факт для нашего города и района. Кроме того, большая работа в 2019 году планируется в сфере охраны животного и растительного мира. Много нарушений выявляется прокуратурой в сфере соблюдения прав и интересов несовершеннолетних. За 2018 год всего выявлено 568 нарушений, внесено 104 представления, 69 протестов и 25 лиц предостережено о недопустимости нарушений закона. Основные нарушения нами выявляются в сфере охраны жизни, здоровья, защиты семьи, материнства и детства. В 2018 году в защиту законных прав и интересов несовершеннолетних предъявлено 126 исковых заявлений. В рамках осуществления надзора за исполнением законов на досудебных стадиях уголовного судопроизводства выявлено 2199 нарушений. Внесено 44 представления информации, поставлено на учет 181 преступление, что, к сожалению, не смогло переломить ситуацию с ростом преступности в нашем регионе. Надо отметить, что вот эта негативная тенденция, она нас очень тревожит.